Всем привет, ребята! С вами снова я, Дэвид. И сегодня у нас такая необычная начало ролика, потому что сейчас вы не видите Евротрак Симулятор 2. И это будет не про Евротрак Симулятор 2, не про Пейтон, не про City Car Driving, а про очень необычную тему, а именно Яндекс.Игры. Я думаю, вообще мало кто про нее слышал. Вот, короче, Яндекс.Игры. Вот просто набираю. Яндекс.Игры, хоть как хотите. Вот здесь набираем вот эту. Это официально от Яндекса. И сегодня у нас будет видеоролик. Вот здесь вот. Топ-5 классных игр, в которые вообще стоит сыграть. Давайте начнем. Первым будет у нас... Это вот такой вот... Вот такая вот игра. Это паркур блок 3D. Короче, вот так. Просто заходим, да? Так, сейчас вот она загружается. Вот. Теперь играть. Короче, смотрите, здесь курсор. Это прям браузерная игра. И... Так, реклама, извиняюсь. И видите, это достаточно нелегко. Ну, короче, вы поняли. Черик идет, ой-ой, если падает. Четвертое место занимает тоже игра. Припаркую свою машину. Так, извиняюсь за рекламу. Давайте. Я тут уже проходил. Так, ну давайте, нет. Я сначала вам покажу. Ну, вот тут вот. Объясняется. И вот. Игра достаточно нелегкая. И вот так вот, смотрите, короче, едем. Паркую свою машину. Классная игра. Так, видите? Здесь, короче, суть игры в том, что нужно машину припарковать, и она чувствительна. И при том, что ее надо не разбить. Ну, пусть бьете, там есть какой-то, вот как в Майнкрафте, по... Ну, короче, вы поняли, да, про что я говорю? Далее... Третье место забирает City Car Parking игра. Она, возможно, сейчас будет немного долговато загружаться. Но я думаю... А, нет. Быстро. Так, сейчас дожидаемся. Видите? Войтинг. Вот уже понятно. Так, реклама. Короче, нажимаем старт. Я тут уже проходил. Получается, здесь вот тоже стрелками и VSD английскими. Особенно те, кто в Майнкрафт играют, понимают, про что я говорю. Так, давайте заново. Иркити Тоннен, лидер по разным камерам смотрю. Вот. Игра такая, это музыка еще такая. Так, ну вот, получилось. Сейчас. Так, и второе место занимает вот такая игра «Не падай». Так, опять реклама. Сегодняшний ролик может получиться даже каким-то быстрым, не как Евротрак Симулятор 2, но все равно интересно. Короче, смотрите, здесь надо держаться, игра... Давай, такая достаточно это стрессовая, как я вот буду ходить по самому верху, пока не зафейлюсь. Кончать счет. Так, еще 19 человек, еще никто не провалился. Видите, вот эта фиолетовая жидкость, это жидкость, на нее нельзя касаться. Так, еще люди не фейлятся. Так, все, вот начали плеять. Сначала фрейдом. Так, 30 уик. Все, так, падаем. Я готов. Все, как я понял. You win. Все. Наконец-то получилось. Так, и дальше. Последняя, самая такая классная, зато у нее первое место. Игра вот такая. Так, опять реклама. Извиняюсь за рекламу. Так, начнем. Just a word.
Там где разбитая тая. Там лето составит. Такой прям звук шикарный. Так, сейчас она... Айдефенен. Короче, смотрите. Здесь Hello World в танце играет, то понимает. Здесь по-другому. Тебя закинули, закинули, убили, то ты отвратно спавнишься. Короче, тут по такой сути, да, бесконечно не проиграешь. Ты на разные есть. Вот Влад сидит, я не понимаю суть, как работает, но... Чья команда первыми не берёт плацу там. Это что считает пичный, ну и так. Короче, и как я понял, это танк Шермел. Шермелми. Все, смотрите, меня попали. Все, поехали. Пока не тут на равных. Так, но стучев. Пьюшат. Для команды классный. Вот. Фай. Трон. Так, вот такой. Пэд. Брат, сейчас. Так, у меня 10 уже. Я извиняюсь, что... Молчу. Что так? Тоже можно было. Естественно, я на компе никогда не играл в это. World of Tanks. Я только на телефоне пробился. Так, нет. Вот, вообще. Да, нет, я не... Я хотел... У них 13, за него сопереживает. Так, ну чё? О, выиграл. А теперь они вот там танки немецкие, Тинго Пантеры. А вот это там... Это американские танки Шерман. Шерман. Я чуть-чуть примерно разбираюсь в этом. Ну, мне кажется, мало кто жрает, но я с бодлой модели собираю. Ну, я... Немного. Да, мне это нравится. Целый такая интересная тема. И мне нравится. Вот, кстати, вот это из всех игр самое длинное. Хотя у меня слишком много игр в неё. Это самое медленное, что можно сказать, что ринг, который не get loud. Так, всё, доходит это ринг, то у вас тенги. Всё, фью. Всё, вышел к ней. Ну а вам, ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Мне очень приятно. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик обязательно и делитесь с друзьями этим видео. Спасибо, что были со мной. Всем пока.